And a one, and a two, and a one, two, three, four. Happy birthday to you. Наследство, получивший нос отцовый, и от него же свой отросток генитальный, родилось чудо у четык отцовых, явился миру Гена гениальный. А год был славный, 56-й, все было Гене партией дано, и рос бы из него еще один простой строитель коммунизма, но случился в генах Гены странный сбой, нарушив ход рождения победный, американскою назойливой мечтой, заражен был мальчонка бедный. С тех пор прошло чуть более полвека, и мы ликуем, задыхаясь от истерики, стал Гена широко известным человеком, причем не где-нибудь, а именно в Америке. И так держать, и наплевать нас малым хвостиком полтинник, пусть будет жизнь твоя светлей и веселей. Мы пьем здесь за тебя, Геннадий именинник. Ты ж выпить не забудь за нас, за всех твоих друзей. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag, lieber Lena! Zum Geburtstag viel Glück! Ой! Пользуясь моментом, я хочу передать привет Бараку, ну, который Обама. Пусть ему хорошо живется в своем бараке.
С днем рождения, Гена! Гена, привет! Привет! Мы недавно тут вспомнили, что, оказывается, ты такой какой-то неполноценный юбиляр. Там уже 50 перевалило, 60 еще не довалило. Но решили, в общем-то, с подачи нашего любимого Сережи тебя поздравить видеооткрыткой, как это нынче модно в ваш медиавек. Вот, мы тут собрались тебя поздравлять. Давай, Люба, поздравляем. Гена, ты знаешь, мы уже снимаем второй раз. Дубль. Сначала мы репетировали, теперь дубль, и теперь это уже остатки какого-то второго вина. Я все мешаю, но все это ради твоего здоровья и счастья. Гена, мы тебя очень любим, чтобы ты знал. Я не знаю, наша дружба не заржавела, я так думаю. Хоть она и на расстоянии, и ты очень далеко. Я, например, очень люблю Америку и мечтаю приехать. Или ты приезжай в Европу. Я так думаю, что нам надо встретиться на какой-то нейтральной полосе. Лучше к нам в Херсон. Нам дешевле будет. Нет, Костя, мы едем в Европу, а Гена приезжает в это же время. Мы еще Михеевых возьмем с собой и встретимся у Славика, например. Потому что в Лондоне у него маленькая квартира. Кан сказал, он приезжал прошлым летом, что у него маленькая квартира. Хотя в то время, когда ты там жил. Когда ты там жил, он был у нас. Я думаю, вот, что Гена это помнит и знает. Все, знаешь, не отвлекайся, давай, да, поздравь, говори. Да, дальше, как ты его любишь. Как мы его любим. Наш ребенок, Ксюша, которой 30 лет стукнуло прошлым летом, у нее есть дочка, наша внучка, Лизочка. Так вот, Ксюша до сих пор помнит, как ты в Лазурном пытался откусить ей голову и пугал ее все время этим. И до сих пор у нас есть наши фотки, есть они у тебя или нет, хочешь, я тебе пришлю. Через Одноклассники или через Skype можно пообщаться. Ну, в принципе, мы мало общаемся, я это поняла. Славик вообще исчез из горизонта. К Мише мы тайно собираемся, он еще об этом не знает, но я хочу в Хайфе снять парк. Там растут собранные растения со всей земли. То есть я занимаюсь, мое хобби, мы снимаем парки, хожу по богатым домам, у нас есть такие сейчас, мы снимаем ландшафты. И, ну, это мое как бы хобби, я до сих пор еще работаю. Костя еще тоже работает. К сожалению, я еще тоже работаю, да. Да. В отношении откусывания головы, я надеюсь, что твой добрый и гуманный юмор в Америке приобрел еще более добрые и гуманные краски. И поэтому там твоим окружающим приятно. Они все с головами, надеюсь, ходят. Вот. Гена, чтобы мы могли поехать в Европу, встретиться с тобой, мы тут решили накопить деньжат. Накопить немножко деньжат, да, с твоей помощью. Вот тут Серега потом крупным планом покажет. Мы были в Польше, и нам рассказали, что вот там, в этих польских еврейских городишках, очень принято дома вешать, ну, по-ихнему, фэншую, вот такие картинки, которые изображают лиц еврейской национальности, считающих деньги. Вот. Ну, нам это, в общем-то, чуждо, это архаизм. Мы хотим тебя пометить. Архаизм. Поэтому мы решили такой всемирный проект сделать. Еврей, помоги бедствующему другу на Украине. Просьба сфотографироваться с хорошим разрешением, с крупной долларовой купюрой. Аналогично, Алекс фотографируется в Лондоне с фунтами, мешок с шекелями, Славик с евро, ойро. Вы это перешлете все нам, мы тут распечатаем типографским способом и в своих этих вот углах, где иконы вешают, в своих квартирах повесим ваши портреты. И вам, и нам будет приятно, и авось деньги прибавят. Так что мы тебе поздравления, ты нам фотку. Генчик, окончательная душевная часть поздравления. Генчик, мы тебя помним, несмотря ни на что. С удовольствием смотрим ваши там блоги и как это называется в интернете, сайты. Желаем тебе... Ты про Портникова не сказал еще. Про Портникова не сказал и не помню, ну, чего там надо говорить, не надо. Сбила, блин. Здоровья желаем. Здоровья, вдохновения, чтобы ты не иссякал никогда. Чтобы твои все начинания процветали, чтобы вокруг тебя роился люд. Я с огромным удовольствием и благодарностью вспоминаю наши
поездки к тебе в Москву. Это было самое приятное воспоминание о Москве. И я уверен, что там у вас, в Нью-Йорках, это все еще веселее и интереснее. Ну вот, здоровья тебе, твоим близким. Вспоминая нас иногда, дай Бог, свидимся. Да, за встречу, Гена, и за твое здоровье и счастье. С днем рождения! С днем рождения. Пока. Гена, дорогой, говорят, что после полтинника каждые 5 лет это уже юбилей. Вот и у тебя первый, так сказать, послеполтинничный юбилей. Самое время сказать тебе, чтобы, дай Бог тебе прожить еще столько же. Жить таким же активным, таким же здоровым и таким же работящим, как и сейчас. Мы с тобой каждую неделю встречаемся в эфире, а вот наяву уже давно не встречались. Хочу пожелать тебе самого всего лучшего и хочу пожелать нам обоим и нам всем, чтобы мы наконец встретились в этом 2011 году. Ну а пока с днем рождения тебя, дружище. Пью за твое здоровье. Как теперь? Генчик, привет. Мы только что закончили съемку, и вот у меня возникла такая счастливая возможность обратиться к тебе и рассказать обо всем, что накипело. Это Леська где-то там внизу, а это Фрося. Это тоже приблуда такая у нас. Тоже член семьи, так что я к тебе, считай, обращаюсь от имени всей семьи. Я сегодня принял для себя такую необычную, убийственную дозу алкоголя, грамм 150, а то и 200 водки. Это для меня действительно смертельная доза. И вот такой вот подобный разгул на самом деле имеет два последствия. Первое, оно отрицательное, у меня может заплетаться язык, и я могу разговаривать, недостаточно четко артикулировать звуки, как в эфире, ты это знаешь. Вот. А второе положительное, я стою откровенным и могу, что называется, резать правду матку в глаза, что нам сегодня и нужно. Вообще то, что я обращаюсь к тебе накануне 13 февраля, это чистая случайность. Ты знаешь мое отношение к всякого рода там дням рождения, датам, а тем паче юбилеям, оно, в общем-то, плевое. Тем паче у нас был с собой такой общий товарищ, Славик Кругляк, который каждый год меня поздравляя говорил, ну вот, Сережа, ты и стал еще на год ближе к смерти. Тогда я смеялся над этим, как над веселой шуткой, а сейчас я понял весь смысл, в общем-то, этой даты. Вообще юбилей, это, я считаю, это игра в цифры, и не всегда там старение человека на один год означает, что он стал хуже или старее, или неспособнее на какую-то жизненную единицу. Человек, на самом деле, это старая избитая истина, но человеку столько, насколько он себя ощущает. И в этом плане ты, конечно, еще очень даже молодой человек. Вообще, вот даже до нашего общей работы в эфире я тебя часто очень вспоминал, и вспоминал не только сам, а вот говорил своим друзьям, товарищам о том, что у меня есть такой давний друг, который всем своим существованием опровергает старую истину, почти что аксиому. Она звучит так: хорошо там, где нас нет. Так вот, мой друг американский Гена Хацов, он всей своей жизнью доказал, что хорошо именно там, где он сейчас есть. Вот он обладает таким счастливым качеством и может в этом убедить и окружающих, но что самое главное, и самого себя. Это действительно очень завидное качество. Наверное, поэтому вот именно это качество позволило тебе так легко колесить по свету, что, наверное, хорошо, и не ощущать, как ты мне говорил, чувство ностальгии, которое, в общем-то, меня, скажу по-честному, гложет. Поэтому я сегодня не буду тебя утомлять воспоминаниями о городе, в котором мы имели счастье с тобой познакомиться, но все-таки есть одно место сакраментальное. Это просто такая очень яркая, знаешь, есть несколько таких ярких картинок у человека из его юности, из детства, и вот одна из таких картинок связана с тобой и с этим местом. Давай посмотрим, о чем я говорю. Я вчера был там. Вот
Да, ты помнишь квартиру вот там вот на втором этаже и первый подъезд. Я думаю, ты помнишь, да? Вообще это место связано вот с моей, это самое запоминающееся место из моего, из моих юношеских воспоминаний, не только связанное с тобой, а и вообще связанное. Вообще, если рисовать такой полный поэтический, к тебе как поэту, поэтический образ того, как это я себе воображаю, то на самом деле существует два варианта того, как это было. Первое, это когда твои родители собираются в гости. Мы сидим вот в комнате, которая была от входа прямо, зал типа, где стояла фортепиано. Твоя сестра Элла, которая на фортепиано играла очень популярную в то время композицию, по-моему, Поля Мариа, «Токкату». Ну, в общем, я сейчас тебе ее наиграю. Вот. И вот родители, и вот после этого, когда защелкивался замок, и твои родители уходили, через некоторое время наступали самые священные, то, что я сейчас называю самыми священными воспоминаниями, откуда-то пока появлялись друзья, ну, в том числе и я со Славиком, появлялось пиво, появлялись девки, и ты на гитаре сидел и играл. Ты помнишь эту композицию Никитина, по-моему, да, под музыку Вивальди. Вот такой самый священный образ юности, играющий на гитаре Гена, Никитин с музыкой Вивальди и Бляди. Вот такой очень сильный и запоминающийся образ детства. Давайте, давайте печалиться, давайте об этом и о том, об этом и о том. Вы слышите, как жалко, как жалко, как жалко. Вы слышите, как жалко и безнадежно как. Заплакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам... Вот, вот такие воспоминания, я не знаю, может, не совсем литературные, но, тем не менее, такие, какие они есть. Что называется «Сермяжная правда матка». Ян, вообще я хотел говорить еще дальше, но на этой высокой ноте, по всей видимости, стоит заканчивать, потому что, в общем-то, чувство, определенное чувство гложет. И я на самом деле очень хочу тебя поздравить от всех нас с твоим праздником, с днем рождения. Я считаю, что у тебя достаточно всего, чтобы быть счастливым человеком. У тебя есть свой дом в высоком понимании этого слова. У тебя есть дети, и у тебя есть близкий тебе человек рядом. Привет, Рика. Вот, в общем-то, в таком счастливом комплекте я бы тебе пожелал прожить еще не один десяток лет. Я на самом деле очень счастлив, что вот я, по крайней мере, я не знаю, как ты, но я, по крайней мере, обрел тебя вот во второй половине своей жизни. Это на самом деле очень хорошо. Я очень тепло к тебе отношусь. Поздравляю тебя с праздником. До новых встреч в эфире. И дай Бог, свидимся еще в этой жизни. Пока, с праздником. Да. Яна, значит, смотри. Во-первых, учти, что снимает пьяный мешок. Во-вторых, я тебе должен сообщить вначале неприятную новость, а потом приятную. Значит, неприятная новость состоит в том, что вот тот осел с Алексеевки, ты помнишь, да? Кан, ты и я, да? Он умер. После этого умерла вся Алексеевка. Вся. Под корень. Вот. Ну, а теперь, собственно говоря, поздравляю. Янчик, значит, смотри, дружище. 55 – это не возраст. Это 18 и 37 опыта. За твои 37, чувак.